Так, всем привет, ребята. Вот такая вот сегодня у нас простенькая игрушка будет. Суть игры простая. Нужно красную папку в красный ящик, черную папку, которая вылезет в черный ящик. Ну и давайте попробуем, что тут у нас интересного такого. Хоп. Дальше. В черный ящик. Так, а если мы ее... Еще напечатаешь? Нет, не напечатает. Значит, нам надо брать. Ну, давай. Так, а кружку можем взять? Можем. Разобьем? Нет, она не бьется. Ха, круто. Так, а телефончик у нас? Я не слышно ничего. Что у нас еще здесь есть на столе? Так, ящики у нас не задвигаются, не выдвигаются. О, карандашка есть. Так, попробуем чем-то написать. Тоже не пишет. Ладно. Так. Черная в черную. Красная в красную. Все понятно? Так. Круто. Ворк. Так, а это что у нас? Семья без лиц. Круто. Опа. Ребята, смотрите, стены растут. Капец. Мы куда-то погружаемся? Ребята, слушайте, первый раз в нее играю. Мне интересно, что сейчас будет. Так, смотрите. Давайте подождем. Обалдеть. Папки полетели. Слушайте, а ничего так-то? Давайте продолжим. А, накрывает. Темнота. Оп. Блин, все разбросали. 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 Так, что мне сейчас собирать все это дело? Ну давайте, будем собирать. Или... А, подождите, она черная стала. Или красная? Нет, черт. Нет, красная. Нет, подожди, черная. Красная. Классно. О, еще что-то. Такая психоделика. Эта игра называется «Сломай свой мозг». Обалдеть. Смотрите, папка летит.
Ну, довольно интересный такой мир создан. Опак. Красный положим. И вокруг белым бело. О! А мы куда-то летим? Это мой рабочий стол. Так. О, нет. Это все. Ну, такая психоделическая игра.